Город Харьков – лидер по количеству рекордсменов в Украине. 5 апреля в Харьковском городском совете состоялась презентация издания «Национальный реестр рекордов Украины 2018», где награждали харьковских рекордсменов. Среди них команда по черлидингу «Nice Ladies». Средний возраст ее участниц – 60 лет, но это не мешает спортсменкам заниматься одним из самых подвижных видов спорта и выигрывать чемпионаты. В коллективе необычной команды – две сотрудницы Харьковского национального университета радиоэлектроники. Сегодня мы получаем сертификат Книги рекордов Украины в номинации «Команда найповажнішого віку черлідерів». Наша команда была создана 2 года назад. Мы действительно участницы самого взрослого возраста в Украине. Мы всегда хотим быть в строю, ведем здоровый образ жизни, ездим на соревнования, общаемся. Это здорово. Своим вступлением, своим вкладом несем что-то такое позитивное и являемся примером для наших студентов. С 1989 года в Харькове зафиксировано 83 достижения. Руководитель национального реестра отмечает, что именно в Харькове больше всего рекордов. Рекордсменами 2018 стали участники проекта «Я смогу», 94-летний теннисист и харьковчанин, который за 15 минут может запомнить последовательность более 300 монет. Отдельно была отмечена Харьковская площадь Свободы, как крупнейшая в Украине центральная площадь. Нам дуже приємно сказати, що Харків вже вкотре, вже традиційно тримає дуже високу планку не лише спортивних рекордів, а є рекорди і людей пенсійного віку, є дитячі рекорди, є рекорди в категорії мистецтва. І мені дуже приємно сказати, що маючи титул столиці спортивних рекордів, Харків в той же час розвивається багатовекторно, багатопланово. І я вважаю, що це лідерство дає, знаєте, привід і іншим містам підтягуватись також. После презентации и награждения все участники мероприятия получили по экземпляру нового издания «Книги рекордов Украины», которая является неизменным примером того, что многое казалось невозможным, пока не было сделано.